Всем здравствуйте, пришла. Меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Давай бегом сюда. Бегом. Бегом, покрасуйся. Скажи, поздоровайся, моя. Да, Далматин, Прюшенька. Все, не хочешь, ленишься. Все. Сегодня я поехала. Сегодня пятница. Сегодня я поехала 22 число. Мая. Поехала и пошла. Сегодня столько прошла, наверное, километров. Это я не знаю, нагулялась. Это значит ТРК Питер-Радуга на космонавтов 14. Зашла в Ашан и обе. Что я купила в Ашане? В Ашане я купила вот такую замечательную форму. Я давно ее искала. Именно это для хлебушка я искала. Эта форма у нас, значит, без каких-то там... безопасно написано. Безопасно. Отлично. Размер 30 на 11,7 сантиметра. Это прикарно покрытие, легкость в использовании. Стоит 177 рублей. Вот такая вот форма. Замечательно. Мне для хлеба самое милое дело. То есть, вот, видите, вот такая форма. Отлично. Конечно, там было качество получше, но именно, понимаете, если было бы качество лучше, и она была бы такой, именно такого размера, она была меньше, я бы взяла. Но мне надо именно вот, чтобы она была, чтобы хлеб получился длинный. Вот такой вот. Еще покажу, что в Фикспрессе купила. Это я купила для коры. Такой контейнер за 99 рублей на 6 литров с крышечкой. Вот, решила взять вот такой вот контейнер. Это для коры. У меня же один контейнер есть. Так, что я еще купила в Ашане? Наконец-то я на них наткнулась, на крышки. Это крышки вот такого размера для... Не помню, сколько здесь диаметр не указан. Но эти крышки для 3-литровых бутылок, для 3-литровых банок, вот которые завинчивающие крышки, и стоили они 10 рублей 72 копейки. Да. Вот такие крышки. Они очень удобны. Но здесь не написано. Не написано. Какой размер, какой диаметр, но я знаю, что это на 3-литровую банку, вот которая с резьбой закручивается. Вот я взяла 4 штуки. Вот. Потом там же, знаете, конечно, с привозами в Ашан, это, знаете, вот возмущение нет предела. Но почему нельзя как-то, ну хорошо, не привозите вы туда цветы. Нету ничего такого интересного, да, вот в этом плане. Ну, привезите хотя бы сопутствующие товары. Тот же самый керамзит мелкий. Его разбирают мгновенно, но почему его не привезти больше, чтобы народ, да, мог удовлетворить свои желания? Почему? Почему нету нигде этого мелкого керамзита? Это что у нас такое вот... как в советское время колбаса за 3,50, ну это я так, да, напридумала, конечно. Когда там, знаешь, или туалетная бумага, когда с этими, с такими рулонами, да, бусами такими ходили, вот с этими, туалетная бумага, да она что такая вот? Вообще безобразие. И горшки. Ну, товарищи, нету горшков нормальных, которые до этого я покупала. Вот мне нужен 14 сантиметров диаметра горшков, который внутренний, да, вот который вставлять внутрь. Нету ничего, это все безобразие. Даже это вот подставочка, да, поддончик, вот это большой размер, это 20 сантиметров, это у нас 16 сантиметров, мне надо 18 сантиметров, понимаете? Вот это стоит 8 рублей, это стоит, а это-то сколько стоит? Маленькая 8 рублей, а поддон 13 рублей. Ну вот. А мне надо, который 10 рублей стоил. То есть это как бы идеально. Но я взяла за не менее, понимаете, как бы для этой я вот... Ну, вообще, конечно, это смешно, но я ее пересажу, она будет побольше, соответственно, да, и этот поддончик подойдет. Я сейчас сразу поставлю. Ну вот, но... Я тебе показала? Я не могу, ну ладно. Пипец, не могу. Вот, то есть, понимаете, вот возмущаюсь то, что, извините, что, опять дефицит у нас во всем. Ой, так, ладно, то возмущалась. Что купила я в Оби? В Оби я купила НБ-101, все хвалят, все говорят, хорошее средство, вот,
С 51 рубль стоит маленький пакетик, но 75 миллилитров. Миллилитров, миллиграммов. Ну вот. Значит, это экологически чистый стимулятор роста, активатор иммунной системы для культивации всех видов растений. Говорит, прет от этого средства растения просто, знаете, вот и корни вылазят, и листья наращивают. То есть, ну, как бы так, ну, попробуем, конечно. Как оно это, эти, как тут все радуются и прыгают. Далее, что купила? Ну, раз уж, знаете, тогда уж покажу ее снова. Вроде как мне интернет выдает, что это май. Что это маечка. Люблю я краб, люблю я желтый. Ну, вот люблю такой цвет, меня просто он притягивает. У меня и тут тоже такой оранжевый, желтый. Вот. Посмотрите, здесь вот именно малиновый краб такой, как бы немножечко еще размазан. Здесь тоже он... Вот не вижу. Нет, тоже малиновый, просто бывает иногда такой коричневатый, но он малиновый. Рука трясется, не трясись. Вот такая красота, мне кажется, это майя. Ну, как мне кажется, интернету кажется. А я за ним повторяю, повторюшка. 599 рублей дорого, понимаете? После 7 цветов, где вот такие минички стоили по 239 рублей, да, ну, так как скидка 230, мне этот цветочек обошелся. И вот это вот 600 рублей, на 400 рублей дороже, да. Дорогие мои, любимые, как-то мне это самое. Но корешки, посмотрите, корешки очень хорошие, красивые. Тут сразу же торфяной стакан, я понимаю, что его надо сразу пересаживать, потому что торфяной стакан, он... Но я не скажу, он сырой все равно, да. Основание очень хорошее, если можете заметить. С той стороны этикетка будет не видно. Основание очень хорошее. У меня была с собой лупа. Я там в очках, в лупе. Все вот так вот высматривала. Все эти самые, думаю, не дай бог, что. Нет, вроде никто ничего не летал, не ползал, не скакал, не перепрыгивал. И не кусал даже. Вот. Конечно, здесь вот есть повреждение корешочку, бедненький зайки. Знаете, мне что понравилось сегодня? Я не могу. Я на кассе. Когда мне пробивала мои покупки кассир, ну вот, она не могла никак, потому что здесь вот, видите, вот так немножечко, там да, то, что влажно было, и оно непонятно было, какой номер для нее. Ну вот, и она все никак не могла. Я же думала, ладно, не буду тогда и брать. Вот. И она, хоп, все нормально, все пропилось, такая, все это самое. Все, говорит, иди домой. Говорит, ты идешь домой. Мне так это понравилось. Думаю, боже, женщина любит цветы. Думаю, ну какая умничка, какая лапушка. Так, говорит, ты идешь домой. Правильно, ты домой. Так, другой цветок я купила не себе. То есть мы с Оленькой так обменялись. Она мне купила Феррару. Я ей купила Феррару. Но в чем секрет? Секрет. Обе Феррары, но у Оли непростая Феррара. Вот здесь написано Феррара. Крышки у нее хорошие, посмотрите. Хорошие крышки, залиты, конечно. Но вот, основание хорошее. Я с лупой опять же смотрела. Все смотрела с лупой. Вот. Оля мне сказала из пакета не вытаскивать. Поэтому я не вытаскиваю из пакета. Я немножечко вот так, чтобы хотя бы вот здесь вот дышала, чтобы дома она стояла, да, вот пока мы с ней не обменяемся, чтобы хотя бы вот она немножечко дышала. Ну вот. И что это за орхидея? Что это за орхидея? Это пилорик, бабочка. Ну, это я так, потому что, скорее всего, это пилорик. Но почему я... как бы думаю, плюс бабочка, да, потому что здесь есть наносной защит. Я не знаю, увидите ли вы его, я вам его постараюсь показать. Вот он на этой, господи, вон он там, вот, видите, вот, такой коричненький защипчик. Он есть и здесь, это очень хорошо видно. На других пока я не вижу. То есть, понимаете, вот такая вот, я считаю, красивая орхидея, но вот хоть убейте, я хочу себе обычную сортовую
Феррару. Не вот такую вот, да? Нет, она, конечно, красивая. Я не спорю, она необычная, она красивая. Она такая с рюшами, да, как с рюшами, с такими волнами. Это, и нет, просто волнами, такими валанами-то, блин. И посмотрите, Феррара. Это девочка, потому что у нас бантики, потому что у нас все. Это даже не бантики, это у нас плоечкой закручены. Посмотрите, да? Вот у нас такая прическа, у нас закручена плоечка. Поэтому она такая красивая, как кокетливая девочка-милашка. Она еще, знаете, такая вот, как сказать, у нее же не переходный возраст. Нет, потому что корневая у нее хорошая, это не переходный возраст. Это лет где-то 18-20. Вот такая орхидеечка, она будет расти, она будет радовать Оленьку. Стоила она 569 рублей, так же, как и обычная Феррара. Как здесь написано? Феррара. Вот. Это самое. И я считаю, что оригинальное, я думаю, пополнение. Я думаю, этот цветок будет Оленьку радовать. Вот. И мы уже обменяемся при встрече с ней, обменяемся этими цветами. Она мне Феррару. Я ей Феррару. Бабочку Пилорик. Ну, вы там сами напишите, кто это, бабочка, не бабочка. Пилорик. Ну, вот так, такой вот листок. Я сначала подумала, пожевали его, что ли, кто. Потом смотрю, думаю, нет. На всех цветах кто-то пожевал. Я лупы смотрела, никто не ползает. Знаете, вот на самом деле, вот так вот. Я не вижу тоже. Ни ползущих, ни прыгающих, ни скачущих. Не летающих, не кусающих, слава богу. Вот. Слушайте, мне одна девушка, женщина, мне кажется, женщина. Девушка бы такой не написала бы. Написала, говорит, а почему, говорит, вы разговариваете с другими, как будто с детьми? Понимаете? Как будто с детьми. Я говорю, это у меня манера разговора такая. Я не разговариваю, у меня нету в голове, что все вокруг дети, и я разговариваю вот так вот, вот. У меня манера разговора такая. Я так отношусь, я так. Я люблю уменьшительно-ласкательные слова, понимаете? Не пишите мне подобные ерунды, типа там уже на этим меняться. Товарищи, ну не нравится вам. Понимаете, когда там что-то такое вот пишут, ну, включите мозг и подумайте, будет ли ради вас человек ломать свой характер. Да я просто нагулялась, у меня что-то нос красный. Менять свой характер, свою манеру, свои вот это все, знаете, каждый раз. Ой, ой, так, это нельзя. Ой, а как сказать? Это, понимаете, это будет неестественно. Я такая, какая и есть. Поэтому вот так вот. Зайки, ну не утруждайтесь, не пишите. Мне же легче, как говорится, мне быстрее удалить, чем вам написать. Я не запомню. Ну, красотка, да? Красотка, красотка, красотка. Каварен. Вот, не знаю, она такая, вот, знаете, вот игривая такая вся. Орхидеечка игривая, кокетливая. Девочка, припевочка, красоточка. Да. Но вот, но это тоже. Но это еще пока маленькая. Скажу, мы еще ребенок. Мы еще девочки в подростковом периоде. Это заметно. Ой, что-то я уже наболталась. Хватит. Все. Подростковый период. Вот, конечно, цветы дорогие. Ладно, Феррара, это самое, но вот это маленькая, так, маечка, все. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Все, вроде сказала, еще что-то хочется. Ну вот. Хочу вам пожелать, да, спасибо большое, что приходите, смотрите, пишите комментарии. Для меня это очень важно, очень важно. Ну вот, и я хочу вам пожелать, да, крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие, всех вам благ, чтобы все у вас задуманное получалось вам во благо. Исполнение всех ваших желаний также во благо. Иди, моя орхидеечка, самая красивая, самая любимая. Давай, давай, поздороваемся. Вот она, моя девочка любимая. Моя красотка, орхидеечка. Вот. Замечательной погоды, чтобы наконец-то
сняли вот это безобразие в стране. Я не знаю, как в других городах, но в Питере что-то вообще какие-то слухи ходят, что якобы до начала января, мне чуть дурно. Сама себя пугаю. До начала августа. Не дай бог. Да. Ну вот, то есть вот эти ненормальные, понимаете? Ненормальные. Ну вот, кто бы что бы ни говорил. Хорошо, все. Ну и берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, балуйте по возможности, уделяйте им внимание, особенно в это время, когда идет такое давление массово, особенно СМИ, когда пожилые люди смотрят вот эти вот все новости, где нагнетают обстановку, где вот это все, чтобы не давайте им смотреть телевизор, пусть они ничего не знают, пусть они живут, пусть они радуются жизни, пусть они гуляют, пусть они с кем не контачат, да, понятное дело, Масенька, как солнышко мое. Ну вот, но чтобы они не переживали, чтобы, понимаете, от этих сопутствующих заболеваний не проснулись и не появились, вот и все. А то сейчас, знаете, даже к врачам не записаться ни к одному, если вдруг что случится, то есть они что, вообще что ли? А если кому надо, какому-то к врачу не записаться, как? Только терапевту. Ну и к терапевту не записаться, иди как, непонятно как. Ну вот. Ой. Все будет хорошо. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными верами. До новых встреч, до свидания.